16 апреля в детской спортивной юношеской школе номер 80 в Биберево прошел спортивный фестиваль ритмики и аэробики в рамке программы «Олимпийские надежды». Начиная с детского сада и заканчивая старшими классами средних школ, ребята показывали свои навыки в ритмической гимнастике, аэробике, сюжетно-ролевых упражнениях. В просторном зале собрались более 15 команд. Юные участницы с удовольствием старались себя показать и на других посмотреть, а опытные жюри оценивали выступление. Мне ничего не сложно. Порадовали зрителей яркие показательные выступления нескольких команд. А в конце соревнований все участники по заслугам получили места и бурно выражали радость не только за свои награды, но и за успех соперников. Команда школы 1758. Ну а те, кто не занял первое место, не расстраиваются, а настраивают себя на дальнейшие победы. Подобные соревнования идут на пользу не только физическому здоровью, но и поднимают спортивный дух и зажигают энергии всех, кто в этом участвует.